Во дворе дома номер 6 на улице Талсинской приступили к демонтажу бордюров и снимают старый асфальт. Вскоре здесь появятся новые тротуары и парковка, детская игровая площадка и зона для тихого отдыха. Кстати, за последние 3 года в нашем округе новый облик обрели более 75 дворов. Позаботиться и о юных жителях округа. Для них в этом году по программе губернатора смонтируют 5 новых детских и спортивных площадок. Они большой площади, от 300 квадратных метров. Оснащены камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион». В рамках комплексного благоустройства дворов появятся еще 2 новые детские площадки. Еще 13 площадок будут модернизированы. Устаревшее оборудование заменят на новое, соответствующее современным стандартам безопасности. Адреса вы можете посмотреть на интерактивной карте, перейдя по QR-коду, который видите на экране. Не забывают и о других объектах округа. Сотрудники службы озеленения и благоустройства почистили фонтаны на площади Ленина и обработали их спецраствором против цветения воды.